Освящение пасхальных куличей и яиц пройдет во всех 9 храмах Люберецкого Благочиния в Великую Субботу. Об этом сказано в сообщении настоятеля Преображенского храма в Коренево, священника Ильи Семенова. В Великую Субботу человек приходит в церковь не просто, чтобы осветить продукты, а в первую очередь для того, чтобы поблагодарить Бога. Посещение храма в этот день и освящение еды к праздничному столу – православная традиция. Освящение пасхальной снеди состоится накануне светлого праздника Воскресения Христова, сразу же после утренней божественной литургии, и будет продолжаться до вечера. Например, в храме Преображения Господня в Люберцах оно начнется в 9 утра. Осветить куличи и яйца можно будет во всех храмах городского округа. Напомним, в этом году православная Пасха приходится на 16 апреля. Анна Троян, телеканал ЛРТ.